Всем привет! На канале новый влог. По традиции папа помыл машину, и сегодня дождь. Бывает, но ничего. Будем ехать аккуратно, чтобы нас никто не обрызгал. А у нашего папы сегодня день рождения. Он еще пока спит, а я сгоняю за подарком. Я подарок, конечно, купила уже давно, просто надо поменять. Всем hello! Скромничать не буду. Съемка ведется 17 февраля. У меня сегодня день рождения. Ту-ту-ру-ту. Так что всем спасибо, кто будет поздравлять заранее, если кому-то не успею сразу ответить. Но, как говорится, будни никто не отменял. У пацанов тренировка. Правда, сегодня их вообще мало. 8 человек только. Ну, на освобождении многие. И плюс еще вот Ярик там что-то дома приболел. Ну, вроде уже полегче, но надо пару дней точно, чтобы отлежаться, отсидеться. Но говорят, что с понедельника у пацанов каникулы будут от тренировок недельные. Тренер на курсы уезжает, тренерские, поэтому будет возможность отдохнуть. Но это не значит, что дома заниматься не надо будет. Так что вот так. Сейчас еще покажу, как они упражнение одно делают на догонялке, только по малому периметру. Ну, такой себе трудоемкий процесс. Ага, а кто-нибудь вот так вот пробовал побегать? Друг дружку подогонять. Здесь, там. Теперь Кирилл должен догонять Егора. Не успел убежать, да? А, не срезай, Паша, не срезай. Стараемся вокруг, двигаемся. Максимально ускорился взрыв. Ванка, видишь? Смотрим, двигаемся. Ножки работают активно, бегаем через движки. Быстрее меняй, думай. Срывайся, что ты останавливаешься, включайся. Готов, готов. О, а теперь еще такая же штука догнать, только с мячом. И мяч не упустить, потому что тогда не догонишь. И догнать попытаться скорость. Ну, серьезно. Так, привез Гошу. Заставили меня там немножко тоже на тренировке подвигаться. Кривой деревянный стал. Не зря столько лет сегодня исполнилось. Ну что, Федь, теперь к тебе на тренировку. Так, объезжаем налево, потому что машину вчера помыли. Мало того, что дождь идет, так там уже такое болото развозюкали на выезде. Поэтому, чтобы хоть пару дней еще более-менее чистая побыла, поедем, выедем немножко по другой дороге. Так, Федюня, а ты, кстати, футзалки взял, форму взял? Все взял, все прямо в рюкзаке и водичка, и все как положено. Ну, молодец, хоть перестал уже вещи забывать, это уже хорошо. Ладно, поедем, посмотрим, в каком зале сегодня у вас будет тренировочка, да? У меня есть подсказка. Ну, подсказывай. Посередине. То есть видно будет? Ну, далековато, но видно будет, можно посмотреть, да? Ну, хорошо, я тогда пойду на балкон, сяду там и буду смотреть за твоей тренировкой, ага? И попробую не сбиться, считать, сколько голов ты забьешь. Так, а я сгоняла, забрала заказ Faberlic. Подписалась, ну я и раньше была подписана. Тут надо кое-что было приобрести. Бальзам для мытья посуды. Тут подарочки немножко на 23 февраля уже. Зубная паста какая-то новая, Федору хочу. И вот такой спрей для очищения ванн и душевых кабин. Будем все пробовать, тестить. А сегодня будем пробовать делать картошку фри сами. Так, тут я почистила немножко ребрышки. У нас сегодня будет праздничный ужин. Всем привет, у нас новый день. Смотрите, какая у Федора Сергеевича классная прическа. Если бы вы меня видели, у меня такая же. Да?
У нас утро, с утра сегодня я отвезла Соню в школу на факультатив, у нас суббота. Но у нее факультатив 8:30. Но я проснулась в 7 часов, такой ветер ужасный. Она обычно у нас сама добирается по субботам. Решила ее отвезти, да, чтобы не сдуло нашу девочку. Пацаны уже на футболе, а вот Федор пытается запихнуть в себя бутерброд перед футболом. Что, Федор, проблемы какие-то? Не хочу. Не хочешь? Ты не сможешь голы забивать. Нет. А? Не так не. Но. А, я думала, это наш видос, а это там какая-то непонятная тетя. Я сейчас попью кофеечка. И будем что-то думать, чем заниматься сегодня. Так, суббота. Собрались. В манеже отыграли. Вот с теми соперниками, с одной командой, с другой. Между собой. Сейчас вот закрепить. Тин-тин-тири-тин. В одну линию красивенько. Тин-тин-тири-тин. Ярик у нас отдыхает. Да, Ярик? Восстанавливается. Не помог сегодня никому. Ну и, как говорят, и не накосячил, да? Все, сейчас уже пацаны отбегают и поедем домой. А я забираю Федора и еду на его тренировку. Может, у него сегодня игра будет. Не знаю, они там все с бэйби-бумом все хотят спарринг устроить, но все в зале места нету, не получается. Может, сегодня получится. Все, до новых встреч. Так, отыграли. А теперь ждет награда какая-то, да? Какая? А вот такая. Смотрите, какую красоту у нас тут мама Марина сделала для детей. Вот так. Сейчас порежем. И что будем делать? О, не, молодцы. Сегодня, ребята, все огонь. Все, погнали торт жевать. Ам-ням-ням-ням. Ох, и чавкают. Аж в коридоре слышно. Как тортик, вкусненько? Отлично, Димон. Димон сказал, у меня очки разлетелись, мне кусочек побольше, но... Все, всем приятного аппетита. Бери, Пашка. Бери, бери. На блок, на заставку, нам домой еще этот тортик приехал. Федя, смотри. Тихо. Глазурь Динамо Брест, но это бумага вообще рисовая. У или нас какая? Удобно. Ничего себе, это тетя Марина тортик испекла всей команде. Представляете? Фитнес? А? Нет, футбол. Тетя Марина, это мама Паши. Угу. И Софико уже у нас пришла, пришли пацаны. Сейчас Федор едет на футбик. Приятного аппетита. Это Федор выдурняется, тут ходит задом-передом. Все нормально? Да, кофейку наложено. С тортиком? Не, я тортик пока уже... А вот, вот где? О, ты ж маленький кусочек давай. Мой респект. С удовольствием. А вы там кушали? А то что-то надо. Это ваше все. Ты что, просто грустим? Дело именно хочешь себе, да? Максиму шипу я отрезала. Ударил тебя? Они там вдвоем попробовали. Там вообще два Максиму тоже колено морозило, он тоже неплохо жахнул. Приятного аппетита. Туда, туда. Ты ко мне